Я вчера, что ли, наливала котам в тарелку бульон и поставила ее, ну, мясной бульон, и поставила ее на пол. И сегодня что-то я на нее посмотрела и вижу вот такого красивого товарища. Я вот не знаю, ну, почему, но в Крыму иногда, значит, редко, кстати, но и, кстати, на улице тоже вот такие чудовища, похожие на каких-то мадагаскарских тараканов, вот которых содержат там в террариумах некоторые их любители. Ни разу я не видела, по-моему, обычных тараканов, вот этих рыжих и маленьких. Но этот еще маленький, бывают вообще огромные. Они, видимо, через вентиляционное отверстие. Ох, залез, главное, и сдох, не смог выбраться. Кошмар.